Самое интересное, наверное, в Карелии – это Заонежье, когда оно образовывалось. Им был верен ключ от церковной кассы, в которой хранилась церковная утварь, деньги, там сбережения, какие-то жертвы. Здесь, в Карелии, вот на этой земле, закладывалась будущая династия Романовых. Вместе с руководителем Карелии Парфенчиковым встречались, он к нам очень хорошо, по-доброму относится. Неси ключ. Пока существует родник, ключ, значит, существует жизнь. Надо беречь эту чистоту, как берегли наши предки.